Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ульяновской области все еще остается сложной. Согласно сообщению специалистов, положение по районам неоднородное. Есть у нас передовики, которые дают высокую заболеваемость, то есть практически 4 раза выше, чем областные показатели по итогам сегодняшнего дня. Это Сурский район. Далее у нас дают высокую заболеваемость по районам области. Это Новоульяновск, город Новоульяновск, Кузоватовский район и Николаевский район. В областном центре показатели тоже разные. Антирекорд ставит Ленинский район. За ним идут Железнодорожный и Засвиярский. Самые низкие цифры по заболеваемости в Заволжье. Тем не менее, проконсультировавшись со специалистами, Сергей Морозов принял решение об ограничении масленичных гуляний на площадях города и области. Однако губернатор заметил, что проводить праздник во дворах не запрещается, если участников гуляния будет менее 50 человек. Но есть мероприятия, которые отменить нельзя. У нас есть замечательный проект, называемый «Народная инициатива». Я сейчас говорю в разрезе города Ульяновска. Это тема народного бюджета, где необходимо провести ряд публичных обсуждений, которые составляют там, ну, более гораздо 50 человек. То есть мы должны решением сегодняшнего штаба, к сожалению, даты просто, ну, не приемлет, это согласовать. Чтобы проект народной инициативы начал работать с наступлением сезона благоустройства, деньги по нему должны поступить вовремя. Этого не произойдет, если все предшествующие этому процедуры не пройдут публично. Проведение мероприятий разрешили при условии, что специалисты Роспотребнадзора будут индивидуально контролировать каждую встречу. Губернатор призвал собравшихся усилить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации. Разъяснительная работа с жителями по поводу важности вакцинации от коронавируса у нас пока находится на недостаточно хорошем уровне. Давайте еще раз, коллеги, задумаемся о том, что нам нужно сделать для того, чтобы выполнить поставленные задачи, которые мы сами здесь на своем региональном штабе вырабатывали. По оперативным данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе провели 722 тысячи лабораторных исследований. За прошедшие 12 месяцев в Ульяновской области выявлено 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным на 9 марта, под наблюдением в регионе остаются более 9 тысяч человек. Павел Половов, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.